Зарплата, отпускные, премия. Итого 633 рубля 03 копейки. Спасибо, Леночка, что не рублями. А других денег, к сожалению, в кассе нет. До свидания. Инструментальный цех Иванов. Сюрприз для Ниночки. И обрадуем, и посмешим. Вы же извините меня, Иван Иванович. Я просто так, по-соседски. Заходите. Зашел узнать. Что? Что это? Да вот напечатал. Сушить разложил. Еще не высохли. Так что вы хотели узнать? Вот чудак. Так, все ясно. В чем дело, товарищи? Где станок? Какой станок? Высохли уже. Где станок? Осторожней. Я его у соседа, напротив, прячу. Быстро! Есть! Пройдемте. Теперь понятно. Ну и шутник вы, гражданин Сироткин. Вы уж извините меня. Хотел для жены сюрприз сделать. Значит, никакого станка у соседа нету. Конечно, нет. Нашли! Чего нашли-то? Станок, товарищ капитан. Сидеть. Руки. Станок, вернее, агрегат. Самогонный, товарищ капитан. Вот это сюрприз!